Граница на замке с 1918 года. Именно тогда был подписан декрет о создании пограничной охраны РСФСР. 28 мая 2018 года этому роду войск исполняется 100 лет. В Ивановской области государственных границ нет, но пограничников, несмотря на это, немало. 100 лет погранвойскам! Ура! В праздничный день ветераны погранвойск и те, кто охранял государственные границы на срочной службе, собрались на площади Революции. К сожалению, своего сквера, как, например, у ивановских десантников, у пограничников пока нет. Но скоро все может измениться. Сейчас этой улицы нет ни на одной карте областного центра, но совсем скоро она появится и будет носить имя героя Советского Союза, пограничника Анатолия Васильевича Рыжикова. Так решили в комиссии по топонимике. Депутаты городской думы решение поддержали. Представьте себе Рыжиков, 22 июня в Молдавии, застава небольшая. Они несколько дней, буквально дней 10, удерживали превосходящие силы противника. Ну и, в общем-то, остались живы. И он первый ивановец, который был удостоен звания Героя Советского Союза именно в годы Великой Отечественной войны. Именно карте это дань памяти герою. Но есть предложение пойти еще дальше. Организовать в Иванове место, где пограничники могли бы собраться, вспомнить всех поименно, почтить память сослуживцев, погибших при исполнении служебного долга. Так как у нас нет здесь памятных мест, связанных с пограничными войсками, в этом году у нас отмечается 100-летняя годовщина образования пограничных войск. Декрет был подписан 28 мая 2018 года. Мы хотели памятный знак. Стелла представляет собой пограничный столб и табличку с памятной надписью. С местом для размещения знака еще не определились. Есть договоренность с одним из городских парков, но было бы символично поставить ее именно на улице пограничника Рыжикова. Сейчас ветераны войск ждут согласования места от администрации города. Все расходы по установке и содержанию памятного знака пограничники берут на себя. Я думаю, что найдутся у нас военнослужащие, которые служили в пограничных войсках, которые возьмут на себя это, я думаю, в принципе, не очень тяжелое бремя по воссозданию этого памятного знака и благоустройству того места, где он будет находиться. Все зависит от городской администрации, которая нам дало разрешение, обозначило, по крайней мере, то место, где это можно все осуществить. При благоприятном стечении обстоятельств уже к 101-й годовщине образования погранвойск у ивановских пограничников будет не только своя улица, но и памятный сквер. Наталья Гутарина, Денис Денисов, Михаил Кенгуров, РТВ Иваново.